Всем доброе утро. И мы с утречка пришли на рыбалочку. Время у нас 5:30 утра. Мы находимся на речке Рудня. А сегодня мы пришли рыбачить с бюджетным браконьерским комплектом. Это у нас Даю Леропус с тестом от 0,2 до 0,8 грамма. Будем сегодня мормышить. Вот такая вот катушечка Даю Арес 900-я. Вот такой вот очень ужасной намоткой. Плюс я сегодня обнаружил, когда уже пришел на рыбалку, соответственно, то, что леска-укладыватель вот здесь, он вообще не крутится. И обнаружил это я уже на рыбалке, исправить это я сейчас никак не могу. Соответственно, я просто обработал плетенку силиконом, чтобы она хотя бы как-то немного скользила. Но это все мелочи, будем пробовать ловить. У нас плетеночка 0,2 ПЕ, достаточно толстенькая. И давайте будем приступать. Кстати, вот пошел, начинается дождик. Надеюсь, он не будет сильный, потому что я в одной толстовке. Из насадки сначала попробуем это червячка от Lucky John. И так как здесь достаточно такое сильное течение, мы будем использовать сейчас мормышку 0,75 грамма. Да, многие скажут, что очень тяжелая, но мне нужно добираться до дна, так как я хочу сегодня попробовать поймать леща, если это удастся. А он все же берет наживку со дна. Вот так вот мы это сделали. Вода такая более-менее прозрачная. Даже я бы сказал, нормально прозрачная. Фрикцион вроде неплохо все работает. Катушечку надо менять и больше ее никогда не использовать. Эту катушечку можно поставить на поплавочную удочку. Что-то очень какой-то слабоватый у меня был заброс. Вообще очень ужасная намотка. Ну как бы так, поймали чьи-то трусы. Попробуем вот такую вот икру. Есть! Первая рыбина. Это у нас ёрш. Как он вздыбился. Маленький красавчик. Как он моментально уплыл, а то офигеть просто. Я вот заметил то, что ёрш клюет на приманки более яркие. То есть белые, вот такие вот. Вот как хорошо забросилось. Оп, ух ты, ух ты, ух ты, кто-то крупный. Надеюсь, это не щука, чтобы не перекусила. Ого, да-да. Давай, покажись. Ну-ну, куда? Сейчас, погодите. Ух ты, окунь какой. Хороший. Смотрите, какой. Красивый окунь. Сейчас мы его подтянем поближе. Да ё-моё. Ах, какой красавчик. Смотрите, какой.
О, горбатыш. О, да. Какой окуняра. Нет, ну хотя бы что-то обрадовало меня, да? Сейчас мы его вам покажем. О, вот это да! О, слушайте, он бы вообще никогда бы не сорвался, наверное. Сейчас я вам его покажу! Вот это окуняра. Это называется река Рудня. Весы, интересно, у меня с собой. О, слушайте, вот его можно, в принципе, забрать домой. Заморозить и потом как-нибудь приготовить. Да? А, красавец, горбатыш. Хороший окунец. А боец-то какой был, а? Мини-окунь. Мини-окунишка. Сейчас опарыша попробую насадить много-много-много. И не знаю, что из этого получится. Просто хочу сделать большой пучок. Это не будет похоже на какую-то живую приманку. Не знаю, что это будет, на что это будет похоже. Но, наверное, на какое-то рыбье лакомство. Я. Еще давайте. В общем, насадил я вот так опарыша. Не знаю, на что это похоже. Ни разу так не делал. Именно на мормышке. Ни разу абсолютно на мормышке так не делал. Но будем надеяться, что это похоже на какое-то рыбье лакомство. И это понравится какой-нибудь, допустим, крупной рыбке, которая может здесь обитать и плавать. Вот сюда. Отсюда я еще не бросал ни разу, да? Вот. Хороший заброс. Мормышку очень сильно несет по течению, так как приманка сама объемная получилась. Ага. Есть кто-то. И, конечно же, это окунь. Маленький, небольшой окунь. Ему понравилось, да? Понравился тебе такой бутербродик? Ну, я тут по берегу хожу. Пытаюсь подобрать силиконовую приманку. Может, ее возьмет сейчас. Ух ты, попался кто-то. Ух ты. Черенок, ё-моё. Да что ж такое-то? Смотрите, как он. Интересно, я его подниму, нет? Подниму, наверное. Тут плетёнка толстыми. Ай, блин. Ух ты, порвал, но поймал. Вот такой вот красавчик. Иди давай, опа-на. Все, уплыл.
А мне надо завязываться, что делать. Попробую побыстрее проводку сделать. Ух ты, бля. Ух ты. Щука, что ли? Нет, плотва такая. Траву запуталась, да? Видите, да? Голавлик, ё-моё. Опа-на. Ух ты, чуть не утонул. Голавличек такой неплохой. Сейчас мы его сфотографируем как-нибудь красиво, да? Пускай плывет и дальше, да? Нормально у тебя такая поклевочка была-то. Давай, давай. Плыви, плыви, плыви. Вот. Так, ну что, значит... На более активной проводке сработало лучше. Lucky John сработал, смотрите-ка. Давайте еще попробуем на более сильной проводке.